Здравствуйте, дорогие зрители и гости моего канала. Меня зовут Юра, и мы продолжаем играть в Watch Dogs 2. В прошлой серии мы завалили парочку ФБРовцев и взломали сначала машинку, а потом и антенку. В принципе, заодно не только антенку, заодно там еще и какую-то системку в самом здании ФБР. И сейчас антенну какую-то еще одну нужно поломать. В конце прошлой серии мы на этом остановились. Продолжаем взламывать самую главную организацию по безопасности государственной США. Федеральное бюро расследований. Наркоман, что ли? Нет, это вообще какая-то бабка. Где моя машина? Я в прошлый раз ее здесь оставил. Хера нету. Здесь какой-то приехал какой-то бомжатник. Натуральным образом. Так, по заданию уж пойдем. Дополнительная операция не надо. Стопы. О, под наблюдением. Отслеживать, показывать на карте. Так. Недалеко. Нам сюда. Но для того, чтобы туда попасть, нам нужно обзавестись транспортом. А вот и он. Транспорт. Ну, вроде неплохая машинка. Берем, садимся и едем. Не за мной. Это хорошо. Это главное. Чё вы все боитесь? Я шо вас резал, что ли? Ой. Вроде ж никого не резал. Тырим ты. Ой. Красивая вода на этом, на асфальте. Очень красиво сделано. Я считаю, видите, даже на возвышенностях воды меньше, чем в низинах. Мир, конечно, очень детализован. Ё-ма. Проворонил поворот. Да блин. Чувак, ты чё творишь? Ты чё вытворяешь? Ух. Да ты собрался. Вот эта машина класс управляется вообще. Вообще просто. Так, здесь же не закрытая зона вроде, не? Ой, твою мать. Сам на себя машиной наехал. Ааа, такой. Так, стопэ. А вот куда надо было, оказывается. Установите на антенну передатчик. Я почти добрался до третьей точки. Отлично, чувак. Как там та официантка? Пойдем на концерт в четверг. Что такое? О, она тихоня. Надо взломать, конечно же. Я ничего не сделал. На землю, живо. Я тут с кошкой гуляю. Так. Рэнч? Рэнч? Чёрт. Рэнча взяли. Обыдно, да. Ситара, ФБР, Рэнча взяли. Блин, я в курсе. Скажи мне, где он был. Похоже, его везут в убежище. Так. Нужно закончить триангуляцию, чтобы узнать место. Поспеши. Так. Ну уже быстрее, нужно спешить. Да давай. Так, хорошо. Хорошо. Вот это. Вот это. Так, ну тогда у меня вот это вот отключается. Подожди. А, ну так мне оно и надо. Так, и... О, вот так вот. Так. Не понял, я что-то еще не сделал. Угу. Так, откуда ты там идешь?
А откуда это там оно идет? Посмотрим. Значит, мне все-таки надо вот этого, да, запустить. Хорошо. Так, так какие нам нужны? Тут хер пойми. Ну ладно, если я эту поверну. На, это не очень нужно. Значит, тут и тут. А, пошло дело. Вот и все. А, нет, только вот это вот одна заработала. Так. Так, а чё? Залезть, глянуть. Так. Так, не хватает. Ох ты, ёшкин, ты компот, нифига себе вы напридумывали. Наркоманы. Сначала вот так. Тюдь. Так, угу. Ой, тихо. На! Сейчас меня здесь тоже полицаи возьмут, небось. Все готово. Триангулирую. Старый вокзал, 16-я улица. Посмотрим, что там. Нужно взломать их камеры. Работаю. Ну, хоть никто не приехал, это радует. Ты, ну, типа, чувачка взяли. Отец... рассказывал, что Рой носил темные очки из-за страха сцены. Итак, так. Задам вопрос. Твоя жизнь, дружок, у тебя имел. И мать твою имел. Блин, кто такой Рой Орбисон? Вот с ним сняли ему маску, понимаете, можно на него посмотреть без маски. Тем, у него с глазами что-то, что ли? Можешь видеть. А, он слепой. Приступим. Ты член группы DedSec. Факт. Ты влез в государственные дела. Факт. Ты стал угрозой госбезопасности. Факт. Видишь ли, эти факты открывают мне некоторые возможности. Ты на стороне противника. Это срок. Может, в Гуантанамо? Или... или что? Или ты дашь мне доступ к DedSec. Сдашь их уязвимости. И данные на всю банду. Ты мой козырь. Чё, чувак? Так, слушай сюда. Я твой подарок небес. Дай мне что угодно. Покажи, где искать. Их имена. Может, их адреса. Ты не захочешь со мной ссориться. Но тихо! Можем... А вот и этот пришел. Техдиректор Блюм. Я говорил, не стоит тратить на тебя время. Вы ставите под угрозу расследование. Вам сюда нельзя, нет. Вперед! Звони боссу. Звони старшему агенту Монро. Звони, давай! Биполярное расстройство у агентов ФБР, я манал. Вот свинья. Да что такое с Маркусом? Хороший парень, хоть немного сбился с пути. Но сейчас он тебя не защитит. ФБР превратит его в наглядный пример для всех остальных. Как обычно. Очень жаль, но у тебя еще есть выбор. Ты можешь решить сесть на поезд или подождать его лежа на рельсах. Из-за вас мы не сможем использовать то, что собрали на этого парня. Простите. Агент Фуэнтес не умеет смотреть на вещи в перспективе.
так что ты свободен. Расскажи своим друзьям о сделке, если они хотят исчезнуть для ФБР. Классно. Приходят ко мне. Ко мне! Или им придется тяжко. Да что ты говоришь? Нет. Думаю, пришла пора тебе взглянуть на мир своими глазами. Ты же взрослый. И пусть мир тоже посмотрит на тебя. Я пойду, а вы тут подрачите друг другу. Шутник. Здорово. Что же мне с тобой делать, Маркус? Да ничего. Что же с тобой делать? Так и останемся. А, как он догадался, что я за ним подсматриваю. Ах, ублюдки сраные! Я приду и заберу эту маску! Рэнч? Да. Я верну твою маску. Ты все видел? Им это с рук не сойдет. Нет, Маркус, серьезно. Ты что, новую маску не разрешили сделать? Обязательно подставляться? Черту! Мы с тобой. Мы с тобой одной крови. Ты и я. Сраные ублюдки. Думали, что мы клюнем? Недоумки. Им нас не понять. Ренчу нужна маска. Нужно одному, значит, нужно всем нам. Само собой. Я ломану их гребаный сервак и вытащу наружу все грязное белье. О, там придется помаяться, конечно. Пусть все узнают о планах ФБР. Ну ничего, что нам, привыкать, что ли? Тем более ФБРовцев мы сейчас со спокойной душой можем уже валить. А очко рядом обнаружено, ребят. Прикиньте. Пах! Вот это мастерский уровень по вождению. Что-то какой-то слишком большой у этой машины радиус разворота. Потому что... А ты... Кто, чувак? Старый вокзал. Маска наверняка где-то тут. Офицер убит! Я тут шла мимо здания старого вокзала. Чувак! Его вроде стали реставрировать. Чёрт! Не сомневаюсь. Гляньте, сколько их там. Ёпрсты. Где камера хоть какая? Так, кстати, ту херню я могу уже отключать. Кем? Чего там уже возбуждены? Тем более, гляньте, они уже и возбужденные ходят. Сейчас разберемся. Во-во-во, гляньте. Это ж трындец. А это что? Надеюсь, отключил подкрепление. Кто смылся? Взрывчатка. Что я сделал? А, отключил. Ясно. Надо как-то тихо пробраться. Ой, твою мать. Не заметил, как зашел. Где тут камера хоть одна? Выходим за периметр. Так. Чувак. Даже два.
Ну, сейчас устроим веселую жизнь. Так-то уж их и много. Ой. Что это? Да ничего, тебе показалось. Так, у этого чувака что-нибудь есть? Ой, давай, взрывайся, короче. Пускай повозбуждаются немного. О, отлично, двоих хернуло. В рассыпную ищем. Тихо. Там, ну это же не подкрепление, надеюсь. Ребятки пришли. Твою мать. Сейчас спишут здесь. Нормально. Ах ты, ёшкин. Да уходите отсюда. Конченый. И маску забрать, и данные ФБР скачать. Вы получили сообщение о сработавшей сигнализации. Так это свой. Блин, ушел, гад. Ну шо, вообще тупые. Свой же ее активировал. Ну, нормально. Тут чувак что-то свалил. Твою мать. Уж много. Слишком уж их много. Так, а этот наверху стоит. Хорошо. Все туда сбежали. Кто это там у меня? А, это вот этот вот. Этот и палит. Так. С. Ходим. Гоблин. 911, что случилось? Не очень понятно. Ушел. Сообщите в штаб. Так. Маску забрал. Это что такое? Маска у меня. Смотри, не потеряй. Так. Терминал. Ой-ой. Там чувачок. Так, я не спалюсь. Твою дивизию. О! Чуть не того этого. Так, он гуляет. Где оно? А вон оно. Так, вон там, по идее, вот это вот взломать можно.
Чё ты там возбуждаешься? Иди сюда. Бип. Ой, кто двое? Там этот палец стоит, это. Сейчас мы эту мочканем. Эй, сюда! Блин! Не, нормально. Повезло. Сука. Херню сделал. Надеюсь, оно сохранилось там, когда я маску взял. Старый вокзал. Нет. Маска наверняка где-то тут. Так, ну я взламываю эту херню. И опять сюда пробрался. Главное, чтобы меня не запалили сейчас. Вот этот палец стоит, вот херня. Так, я могу, конечно, телефончик ему. Давайте я сначала проберусь. Ого. Не упусти маску. Вы уже упустили маску, чувачки. Так, ну и эту я могу убрать. Твою мать, ну что это такое? О, так хорошо все получалось. Так. Иди нахер, нахер! Тихо. Так, вообще, честно говоря, зря я сюда сам проходил. Надо было... Надо было машинкой. Да, сейчас прямо разогнался. Взломал. Сейчас все пришлю. Боже, у них есть данные на всех хакеров в городе. Еще бы. Сдавайся. Так, я через парадное могу вообще свалить? Валим! Валим, чуваки! Сука, что я делаю? Твою мать! Наверняка. Так. Кто меня там пасет? Это скотина. Да, блин. Да. Ну и сейчас, короче, я покажу спидран, как здесь проходить. В общем, я вроде потиху разобрался. Раз с 10-го, естественно. Короче, заходим в закрытую зону. Без палева практически. Ну, главное, чтобы никто не увидел. Эту отключаем херню. Там чувак меня практически не заметил. Опять же, бежим сюда. Эту отключаем. Этого валим. Так, вальнули этого чука Чбербека. Теперь что делаем? Так, мне надо увидеть как-то камеру. О!
Воруем у этой чувички ключик. Он особо нам, в принципе, не пригодится, но... Коли можно, так почему бы и нет. Так, что-то они возбудились. Непонятно чего. Проходим, не стесняемся. Тихо. Вызов ей делаем. Короче, не надо нам факи показывать. Короче, я ее увольнул. Ой. Куда ты идешь? Собака ты конченая. Да блин, а. Короче, забираем маску. Я ее увольнул, эту бабу с ноги по голове. Маска у меня. Смотри, не потеряй. Так. По идее, сейчас могу еще ломануть эту хернюшку. Тут все еще от случая зависит. Они заметят, не заметят. Все, по сути, мне больше здесь делать нечего. Можно валить. Пока меня никто не заметил. И здесь мне пригодится ездилка. Маленькая такая, хорошая. Так, надеюсь, бабца ее не заметит. Извлекаем. Все вообще очень просто. На самом деле никаких проблем нету, чтобы пройти эту миссию, но... Бляха-муха, столько от случая зависит все. Это офигеть. Черт, ушел. Сворачиваемся. Сейчас все пришлю. Боже. Тихо. У них есть данные на всех хакеров в городе. Еще бы. Валим. Вообще ничего не страшного нет. Здесь меня за победную музычку за эту не привлекут. Прекрати, или я тебя арестую. Да не надо меня арестовывать. Я вообще хотел машинку забрать. Ты главное, патруль ездит, меня ищет и заметили, им вообще плевать. Так. Ну, выйдем из зоны, и потом там машины заберем. Все. Ренчу маску осталось Ренч, только вернуть. Встречай, хочу тебе кое-что вернуть. Так, это явно не поедет. Ну, чуть, блин, на трициклете шли. О! Гляньте. Чуваки и собака. Да? Давай. Что? Да! Ты мразь. Ты что вытворяешь, ублюдок? Не с места, скотина! И что ты мне сделаешь? Тихо. Пёса, спать. Спать, я сказал. А ты мне что-нибудь сделаешь? Что мне тут с этой закрытой зоной, я не понимаю. Ну это за бред. Это, типа, наша точка, и мы ее доим. Ой, ладно. А он и просто так взял, на меня наехал, ничего не делал. Никого не трогал. Так, где Ренч? Где ему маску вернуть? Вот здесь, что ли? И куда он смылся?
Кого? Кого они там настигли, ё-моё? Ребят, вы шутите, что ли? Ой. Ну, у меня машина танк, поэтому, в принципе, бояться нечего. Очко нашел. Давно я уже, конечно, ничего не прокачивал. У меня там, небось, этих очков уже дохренище, но что-то как-то. Пофигу. Все и так нормально. Надо как-нибудь съездить, да прикупить себе квадрокоптер. Испытать это дело в действии. Ну что-то никак рядом не попадаю. К домику к своему. Так. Машину я, конечно, припарковал. Где тут лесенка, чтобы Бренча найти? Еще выше? Хера себе. Это надо было ехать. А я тут пешком полип по этой, по парковке. Войсы. Где тут еще? Как тут еще выше подняться? Вроде опять лесенка есть. Ну это как даунстейрс уже. Не, наверх. Рэн, что ты забрался? Глазам не верю. А бы куда? На, держи. Я тебе сочувствую, чел. Херня, которую говорил Душан. Я бы не предал тебя. Он хочет нас разобщить. Но я ему не позволю. Слушай, у него ФБР на быстром наборе. Будет жестко. Понадобятся все. Друг без друга нам никак. Нашел, что под маской скрывает? Ну, подумаешь, порог лица. Ничего страшного. Нос у него, правда, троху страшнее, конечно. Никак. Спасибо им. ФБР вынуждает хакеров дать доступ к их программному обеспечению для своих целей. ФБР использует эти программы для того, чтобы обходить легальную систему и свободно получать ваши персональные данные без ордера. ФБР также незаконно задержало одного из DedSec и принуждало к сотрудничеству с ними. Для ФБР, мы не в полицейском государстве. Вы не тайная полиция. Конституция не сборник рекомендаций. Ваш план по использованию хакеров раскрыт. DedSec наблюдает за вами во имя каждого жителя Америки. DedSec рассказывает правду. Решать вам. Так, писоны где? Проходил эту миссию больше часа. Как бы отсюда свалить повыгоднее, поудачнее. Наверное, быстрым перемещением только. Сапоцкий, привет. Иди сюда. Я чуть кнопкой F его не приласкал. Хороший зубочка, да еще приласкаю. Что, ёч? Собачья у нас работа. Да не говори. Так, ладно. Что у нас там с заданицами?
А, это даже не с заданицами надо, а надо глаз за глаз потом исполнять. Давайте сгоняем мимо Moodle Maps. Сгоняем HQ. И купим квадрокоптер наконец-то. Потому что без него ни туда, ни сюда уже, скорее всего, мне будет. По крайней мере, взлом будет уже удобнее с квадрокоптером. Давным-давно уже нужно было его купить. Квадрика. И там уже порезвимся. Как следует. Так, скаутекс нужен. Так, привет. О, хоть заходить не надо было. Смотрите, сам не хочу. А вот квадрик я куплю. Оружия у меня хватает. Что, 67500? Сука. У меня 62. Ёп. РСТ. Ладно, давайте задание выполнять. Что это у нас? Глаз за глаз. Вот следите сигнал от телефона Горация. Абонент временно недоступен. Граций попал в датсек. Вы все беспокоены. А, Граций пропал. Ё-моё. Давай, погнали. Опять сюда возвращаться. Да, да вы гоните. Я ж только что здесь был. Ладно, перемещаемся. Летим к тебе, Гораций мой, хороший ты. Ну, кстати, вот здесь вот слева видите вторая часть морских котиков. Обычно они справа. И обниматься с Душаном, когда он весь в дерьме, им нельзя. А мы от Душана не отцепимся. Думаешь, ФБР свалит? Думаю, пока да. Гораций не выходит на связь, надо спасать. Гораций нам нужен. Хорис. Там за значок такой. Водила мудила, ага. Поддерживаю. Мобильник нашел, но Горации не вижу. Что-то должно быть. Камера. Ну, вот камера есть. На записи просмотреть. Ага. Нужно хакнуть камеру. Это легко. Назад, посмотрим, что да как. Вот Джон. А это кто такой? Типа привет, чуваки. Уходи, Гораций. Да. Нормально. Боже. Он. Не струсил. Поверить не могу. Черт, они хотят его похитить! Мы должны узнать, кто это. Джош, включай распознавание. Блин! Лица отворачивают? Да нет. Есть контакт. Что за мудло? Черт, он из банды Тескас. А Тескас? Дерьмо. Сейчас мы этих Тескасов... Да повыследим. Следим Травина. Есть его номер. Похоже, часто бывает около одного здания. Лови координаты. Ты что тут делаешь? Так, координаты. Хорошо. Так надо транспорт это раздобыть. А вот и вон транспорт. Моя тачка как раз, которая сюда приехал. Кто уже отогнал, кто посмел? Привет. Доберманов я тоже люблю. Что, нечем тебе заняться? Иди, развлекись там с самочками. Тихо-тихо-тихо, чё вот такие резкие. Машинка так себе, скажу я вам. Ну ничего, доедем. Не волнуйтесь. Ай-яй-яй-яй. Хорошо, хоть здесь не сильно много нужно от полиции сматываться. Тут, честно говоря, в первой части, по-моему, с этим перебарщивали, надоедал. А здесь нормально. Поначалу только там заставили пару раз.
скрыться, но не так уж критично. Тихо, чуть мотоциклиста не придушил. Не говори. Скаутейкс. А, кстати, надо будет такси поработать. Аж, блин, я думал, что раздобуду дохера денег с той бабы. Так, стоп. Что-то здесь взломать можно. Ну-ка. Это что такое? Это за обход защиты у нас тут? Это не приватная территория, не? Так, это ток. Ничего не понимаю, куда эта хрень идет. И почему? Меня что-то не пустит? Конечно, нет. Может, у кого ключик есть? Все взрывоопасные. Да, в общем, не ясно. Ну ладно. Пойдем. Там какой-то враг ходит. Прикольный. А, там у них там закрытая зона. Такой сейчас тук-тук, чуваки. Открывай, сова, медведь пришел. Гораций, чел, я тут, держись! Блин, ну они отмудохали нехило. Звони в скорую! Тихо. Я здесь, друг. Тебе помогут. Держись. Твою мать, что он умер, что ли? Суки. Завалили Хороса. Он умер. Ситара Джош, он мертв. Боже, жопа. Маркус, срочно уходи! Жопа! Так, стоп. Говно, жопа! Телефончик какой. Ну да. Умного не поймали бы. Теперь все, что знаете вы, будем знать и мы. Ни хера я не скажу. Иди ты. Кажется, вот этот чувак нарвался. Кажется, мне вот эта вся толпа нарвалась. А, так это сука прирезала. Думай. Еще рано. Ну так вот. Проникните в убежище Тексас. Тескас, точнее. Есть необычные сигналы сети рядом? Дофига. Совсем рядом. Ну а там это закрытая зона. Но я думаю, это уже на следующей серии будем выполнять. Они нарвались. Мы их завалим. Спасибо, ребят, что смотрели. Надеюсь, понравилось. С вами был Юра. Всем самого наилучшего. Пока-пока.